Бывшему первому заместителю физической культуры и спорта республики вынесен очередной приговор. Алексея Яковлева признали виновным в незаконной рубке леса под строительство биатлонного центра. Следователи установили, что именно Алексей Яковлев поручил выдать разрешение на вырубку леса подрядным организациям. Хотя чиновнику было известно, что проводить работы без заключения Министерства природных ресурсов запрещено. Под строительство биатлонного центра от деревьев очистили участок в 20 гектаров. Ущерб республике превысил 10 миллионов рублей. Алексей Яковлев заведомо знал о том, что отсутствует какое-либо положительное заключение Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии на вырубку лесных насаждений под биатлонную трассу. Суд с учетом мнения государственного обвинения согласился с предъявленным обвинением и признал Яковлева виновным в совершении данного преступления. С учетом того, что Яковлев ранее уже осужден приговором суда по иному преступлению и уже отбывает наказание в виде лишения свободы, суд определил ему окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также после отбытия основного наказания Яковлеву будет запрещено занимать должности в государственных учреждениях на срок 3 года.